На третьем месте каток возле спорткомплекса «Абакан». В конце топа он оказался только из-за качества льда. У города нет собственной машины, чтобы чистить ледовую площадку. Поэтому большое количество конькобежцев и теплая погода оставляют отпечаток – бугры и ямы. Однако сегодня спорткомплекс арендовал машину для заливки и шлифовки, и лед там теперь как новенький. Что касается других параметров оценки, здесь самые привлекательные цены на прокат коньков и бесплатный вход. К тому же, если есть свои лезвия, то кататься можно хоть до утра. На втором месте стадион «Локомотив» и его каток. Посещаемость здесь не самая высокая, но зато чистят лед два раза в день. Цены на прокат коньков гибкие. Первый час – 100 рублей, второй и последующий – 70. Для детей цена на коньки, как и для взрослых. К тому же нужно еще платить за вход – 70 рублей с человека. Работает каток до 8 вечера. И на первом месте каток стадиона «Саяны». На вершину топа он собрался благодаря сверкающему льду. У стадиона есть собственная современная техника, так что начищают лед работники «Саян» по несколько раз в день. Кататься на таком ледовом поле – одно удовольствие, поэтому этот каток самый посещаемый в Абакане. А вот прокат коньков здесь не из дешевых – 100 рублей в час и никаких скидок, даже для детей. Единственный бонус – вход малышне до 6 лет бесплатный. И работает стадион на час дольше, чем «Локомотив».